Для того, чтобы поучаствовать в увлекательном мультиспортивном забеге, нужно немного зарегистрироваться и получить номер. Трасса совсем не сложная, ведь ее покорители – дети. Такой праздник у нас проходит впервые. Этот праздник проходит в рамках партийного проекта «Единой России. Детский спорт». Привет, дружище. Замечательный праздник, детский гирятлон. Дети принимают участие в возрасте от 3 до 14 лет в разной возрастной категории. Самые быстрые получат в конце призы медали настоящие гирятлона и грамоту. Аниматоры и ведущие, вовсю развлекая детей, делали памятные фотографии, устраивали разминку, создавали хорошее настроение и подбадривали юных участников забега. Мы взяли этот всеми любимый спортивный формат и сделали его более народным. У нас люди бегут ногами и стреляют, кидают, метают все, где нужно проявить какую-то меткость, координацию, ловкость и так далее. И чтобы оправдать слово «гиря», собственно, в названии нашего забега, у нас обязательно присутствует этап с гирями. Для маленьких гиритлонистов была подготовлена трасса с дистанцией в 400 метров, на которой их ожидал съезд с горки, стрельба, паутинка, различные рубежи и попадание снежками в импровизированные гири. Дети с восторгом преодолевали каждый этап. Для них это своего рода спортивное приключение. Гириатлон – это серия забегов, организованных по принципу биатлона, и состоит из бега и стрельбы. Такой формат придуман для того, чтобы привлечь к участию как можно больше людей, увлеченных разными видами спорта. А для детей это хорошая возможность познакомиться с азами спорта и, возможно, в будущем выбрать для себя определенное направление.